Здравствуйте. Сейчас утро следующего дня, 21 число. Вот, мы с друзьями договорились, что сегодня идем в дворец посмотреть Камбёк-кун. Вот, сейчас как бы жду их в холле. Вернее, я не один. Здесь еще один маленький турист. Поняли, я нахожусь сейчас в холле гостиницы. Я про нее маленечко уже рассказывал. Здесь же также бесплатные автоматы, кофемашины, хоть стоит. Такая очень приличная. Вот, чай всевозможные, напитки. Вот, сейчас ждем, пьем кофе. Вот, вчера вечером немножко весело, смешно было, наверное, ситуация такая. Мы решили погулять вот так вечером. И когда выходили, значит, на улицу, вот в основной двери, остановился автобус с туристами. Знаете, двери открылись, и оттуда как муравьи разбежались, китайские туристы, кто куда. Выглядело очень смешно, все кричат, что-то махают руками. Время-то было уже достаточно поздно. Не знаю, откуда их столько набралось. Видать, с позднего рейса прилетели. Ладно, сейчас будем допивать кофе. Будем собираться и поедем уже как бы посмотрим дворец. Ну сейчас мы уже находимся прямо рядом с музейным комплексом дворец Камбёк-кун. Вот. Кто планирует посетить, то есть могу сказать, станция метро прям так же называется и пятый выход. То есть вы выходите практически сразу к такому дворцовому комплексу. Здесь же находится Корейский национальный музей. Вот. То есть, если хотите, можете зайти, посмотреть, как жили в старину. Вот. Какие-то предметы быта. То есть, в принципе, вы знаете, что такое музей. Вот, в принципе, мы уже выходим из станции метро. То есть, такой подъемчик красивенький. Вот. И сюда сразу наверх уходите, и там будет слева это музей. А справа, вот как раз он, можете видеть, он крыша виднеется. Одних из ворот. Ручкой помаши, ну. В принципе, мы поднялись наверх. А сейчас я вам все покажу, что где находится. Вот. То есть здесь, как вы можете видеть, это основные ворота находятся. Сейчас мы пройдем, стена. Вот. Народу, как всегда, много. Такое интересное. Сегодня полицейские почему-то. То есть... Не знаю, с чем это связано, учения, возможно, какие-то будут происходить. Вот. Здесь Национальный корейский музей находится. Да, полиции действительно много. Сейчас пойдем дальше. Там посмотрим внутри. Билеты покупать там, чтобы пройти центр, посмотреть, народу очень много. Сейчас пойдем билеты купим. Они по шпану. Здесь у нас одни из ворот, то есть которые позволяют пройти вовнутрь комплекса. Вот народу, много народа. Если можете посмотреть, архитектура, все сделано из дерева, отреставрировано, естественно, было. То есть, выглядит очень красиво. Роспись, резьба. Хотя больше здесь даже не то чтобы резьба, а вот именно роспись, сочетание росписи и деревянных элементов. Ну вот, мы зашли вовнутрь. Я-то здесь был уже несколько раз, как бы пришли с друзьями. Да ты чё, прям жарко? Да нет, сегодня, кстати, прохладно, ветерок дует. Нет вот солнечной полёшки вот этой, то есть все очень даже хорошо. Ой, как приятно, хорошо ветерок дует. Помаши ручки, туристов много. Ходят толпами, группами. Сейчас пойдем вовнутрь. Там уже виднеется вот дворец сам.
вот, мы находимся внутри. Вот. Ничего не поменялось за несколько лет. Каждый год, как говорится, я здесь частенько бывал. Ничего не поменялось. Пол здесь, конечно, не пол, земля, да? Выстлана камнями, но они настолько неровные, то есть можно запнуться легко, будьте осторожны. Солнце, его как таковой нету, на небе как бы затянуто облаками, но настолько яркое солнце, что слепит. А народу, как всегда, много. Подойдем поближе. Не подойдем, а войдем. Войдем, нет, вовнутрь Эвелина не пускают. Можно посмотреть, вон те вот тут ниши. Высокие ступеньки, прям очень высокие. Смотрите, будьте осторожны и не запнитесь. Это получается, мы уже смотрим изнутри дворец. То есть центральный тронный зал, где восседали короли. Архитектура практически везде одинаковая, очень похожа. Там мечи стоят. Да, там оружие. Небольшие примеры есть. Там еще эти, чтобы мы зашли маленько с другой стороны. Вот. Здесь вот интересно. Там оттуда не видно, вот тут по центру. Вышивка. Что-то не поймешь, что это такое. С дракончиками. Ну, как бы драконы, по идее, символ королевской власти. Кругом много туристов. Причем, самое интересное, очень много именно китайских туристов. Вот, ну, что сказать, Китай рядом, народу много. Вот. Очень многие приходят в традиционных корейских костюмах, в одеждах, как мужских, так и женских. Называются они хонбок. Сейчас пойдем посмотрим. В этой стороне у них находится пруд лотосов. Вот, в это время они уже хотя могли отцвести. То есть там их, в принципе, не так много. Ну, как говорится, что осталось. Да, полицейских нынче сегодня, ну, очень много. Вот, а в другой стороне, в противоположной, как раз ходим, там находится королевская почивальня, там задний двор. Че, встала? Тебе надо жвачку выплюнуть, иначе... Да-да-да-да-да, как корова ходишь. Вот, а мы прогуливаемся дальше. Маленькие сосны красиво растут. Можно сесть в тени, посидеть. Там находится дальше пруд с лотосами. Вот. Я только не знаю, цвели они или не цвели. Уже, наверное, в это время не цветут. Сходим сейчас посмотрим. Ой, как цикады трещат. Здесь пруд, по идее, но что-то лотосов я тут особо не вижу. Там что-то вот где-то вот там вот вроде цветет. А, я вижу карпы там. Тут карпы даже плывут. Я вот вижу, они рты открывают. Да, здесь, кстати, карпы плавают. Вон, засними, приблизь камеру и засними. Ого, точно. Смотри, поросеночек плавает какой. Смотри, он рыбеха плавает. Вон. А, ушел опять на дно. О, вон он, смотри, вон он плывет. Вон он, темный. Вот, а здесь утки бегают. Поэтому заходить запрещено. Посуд все спокойно, блин. Жирненький, однако. Гуляем, говорится, туда-сюда. Пойдем сейчас во внутренний двор. Заднюю часть дворца, как говорится. Вот, сейчас мы пойдем во внутренний двор. Можете обратить внимание на по бокам каждого здания. Семь фигурок находится.
Ой, как хорошо. Дует ветерком прохладно. Продолжаем гулять уже по внутренней части дворца. Вот. А впереди что-то там, не знаю, тут сильно много народу. Все толпятся. Куда-то все лезут, как говорится. Туристов очень много. Вот. В принципе, знаете, вы многое видели в драмах, если смотрите корейские, исторические именно. Вот. Мы сейчас здесь стоим, потому что здесь, во-первых, тенек, то есть это ворота между помещениями, не помещениями, а разными частями дворца. Вот. Здесь вот прям приятный ветерок, только прохладный дует. На солнце в Корее прям очень жарко. Хотя сегодня вот прям прямого солнца нет, то есть облачно затянуто, вот, но тем не менее как будто жарко. А ты встань лицом к этому. А так смотри, продует не надо. Это взмокло и продует. Вот. Поэтому желательно с собой веера носите. А, не холодную воду, то есть слегка прохладную, но не холодную. Иначе будет казаться еще жарче, хуже будет. Вот. И что-то на голову одевайте, потому что вы можете получить тепловое или солнечное удар. Вот. Чуть-чуть подальше прошли. Здесь, как говорится, королевские опочивальни. Вот, архитектура, в принципе, та же самая, похожая. Группы туристов ходят. Туристы. Говорит, фотографироваться везде. Смотреть все. Океаны. Вот. Так это выглядит изнутри. Туда навряд ли. Раньше, по-моему, куда-то можно было заходить. Я нашла кровать, чемоданчики. И кубики. А-а-а. Это под голову кубики. Да, это и да, есть такое. Продолжаем, как говорится, шариться кругом, ходим, смотрим. Да, сейчас. А там все равно задний фон, это плохо отсвечивает. О, Денис, смотри, да тут какая красота, вот тут вот. Это помещение сразу заходится тут за центральным, как говорится, залом, дворцом. Ой. Кругом прям такие крутые ступеньки. Как говорится, малый зал получается. Зимний, летний. Возвращаемся уже назад в гостиницу. Сейчас в метро едем. Немножко устали, нас приходится ходить, много ходить. После вчерашнего приезда еще дошли полностью. Вот, сейчас, думаю, в метро мы пробудем еще как минимум полчаса, потому что переезд длительный. Вот. Сейчас хорошо, хоть народу не так много. То есть утренний, вечерний, час пик, все позади. Тоже устала. Солнца такого палящего не было, но было душно, жарко. Поэтому сейчас здесь, кажется, не так. Как говорится, в рай попадается. Вот, мы очень возвращались, решили зайти пожарить мясо. Что-то, как говорится, ну, хочется. Хочется. Вот, потому что питаться растительной пищей, конечно, хорошо, но иногда нужен белок. Вот, то есть стандартная, стандартная мясная пина, стол в центре, жаровня. Вот, то есть куча всякого всего. Сколько на видео долго надо снять? Вот.
То есть кимчи жарится, тут же сразу свинина приносится. Ну ладно. Вот, и сейчас мы это все побахнем. Палочки, па. Да не надо.